Дорогие друзья, всем привет! Сегодня покажем защиту от бейсбола, которую мы разработали совсем недавно. Вы ее точно нигде не видели. Это специально для БЛЖ Фриц. Парень начинает делать бейсбол, начинает меня затягивать. Здесь мы садимся в первую очередь ему в маунт и прижимаемся к нему грудью. Ни в коем случае не нужно оттягиваться. Он будет душить вас в воздухе. Либо еще хуже — проваливаться вперед вот так, чтобы его кулаки были в воздухе. Этого тоже делать не нужно. Прижались к нему грудью на его захваты. Дальше. Мы берем захват на его плече и будем тянуть его на себя. Второй рукой я беру захват на его штанах и буду прижимать их к полу. Я буду вставать на ноги, чтобы было еще более сильное давление груди на его захваты, и буду прокручиваться на нем, натягивая все захваты. Сейчас дадим ему возможность еще сильнее закрутиться. Он почти повернется сейчас на живот. Всем спасибо.